Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже, будь милостив и к нам грешным, сотворивши нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости нас грешных, помилуй, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных, богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сыися, исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди, вселисенные, очистенные от всякие скверные, спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи Боже наш, слава Тебе, Боже всемогущий, хвала Тебе, Господи, за это тихое мирное время, за все Твои благодеяния. Сохрани нас в ночи, сохрани от воров, от нечистой силы, от грехопадения избави, от пожара, Господи, сохрани. Душам нашим полезное сотвори. Благослови всех детей, Господи, даруй им страха Твоего, веры и послушания. Даруй, Господи, любви жертвенной к Слову Твоему, к близким и к Тебе, к Создателю нашему. Даруй нам, Господи, всех благ Твоих небесных. Ибо Ты сам сказал, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все себе приложится вам. Помоги нам, Господи, идти по Слову Твоему, по узкому пути спасения, не уклоняясь ни вправо, ни влево, да будет все по воле Твоей Святой. Благослови всех, которые сюда намерены приехать, насели, Господи, местность сию дивными Твоими угодниками, да будет все во славу имени Твоего Святого. Помоги, Господи, найди новые души через наш сайт, через форум и проповедь братьев Игнатия Тихоновича. Помоги, Господи, найди новые души, приведи к познанию истины. И избави, Господи, многих людей от сектанства, от ереси, чтобы пришли они в православие. Помоги, Господи. Болящих спаси и помилуй, скорбящих утешь, гонимых за веру укрепи и утверди, гонимых христиан в Сирии, в Северной Корее и в других частях мира, укрепи, Господи, утверди вере, не дай им отречься от Тебя, и нас приготовь к грядущим испытаниям. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже, будь милостив и к нам грешным, сотворивши нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости нас грешных, помилуй.
благослови с миром Божьим по домам. Спаси Христос, Христос.